Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители моего канала, меня зовут Валдай, и мы продолжаем прохождение Tom Clancy's The Division. Ну что же, мать его, мы находимся в метро, где-то в коммуникациях, в каких-то служебных подсобных помещениях, где чистильщики устроили настоящий морг. Складируют и сжигают трупы, и это не есть хорошо. Так, поскольку я проходил эту миссию в бете, я могу немножко проспойлить, что как только я возьму сейчас эту хрень, тут же побежит народ. Сейчас он написал, угроз не обнаружено. Внимание! К вам приближается противник. А теперь жопа будет. Поэтому, пожалуй... снимем пока что эту штуку. Благо, ее можно поставить. Сканируем еще раз. Опять чисто. Опять берем. Я даже бегать с ней не могу, насколько она тяжелая. И враги опять бегут. Готово. Так, сразу же пока перезаряжаем. Все пушки желательно перезаряжаем. Отлично, все перезаряжены. Так, где эта хреновина? Внимание! К вам приближается противник. Красиво умер. Прямо у моих ног. Ладно, погнали дальше. Это, по-моему, последнее. Вроде это больше не должно быть. Насколько я помню. А помню я, честно говоря, не очень хорошо. Ну, надеюсь, что все. Ну, как бы то ни было, мы подошли, в принципе, к цели. Уже должно быть гораздо проще. Ставим компонент. Запускается ли, по крайней мере, теперь мы снова можем бегать, прыгать, и теперь мы снова с оружием нормально. Так. Надеюсь, ты видишь в темноте, потому что тебе придется топать до центра управления. Да? Хорошо. Надеюсь, что вижу. Нахера эти комнаты нужны? Тут надо спавниться там, да, и выходить оттуда, так полагаю. Потому что иначе еще зачем, я не понимаю. Чем скорее отсюда выберемся, тем лучше. Эй, секундочку. Проверка, проверка. Ай, как же это сухарет. Так, теперь у нас центр управления. И? Просто хочу предупредить. Сейчас тут станет очень темно. Мне придется перезагрузить систему, так что все отрубится. Правда, ненадолго. Да не так уж темно, нормально. Какие тут роскошные генераторы! Кажется, Сэнди вправила мозги снабженцам. Эти штуки ядерной бомбой не убьешь. Правда, модернизировать их тоже задолбаешься. Но, может, нам повезет. Так, ладненько, хорошо. Ты смотри, работает. Вот дерьмо. Чистильщики. Я-то думал, ты их уже того. Да якобы вроде и того, но, видимо, не всех. Ладно, сканим. Двое-трое. Готово. Так, сканер пока приближается. Вижу. Готово. Снопа офигительная просто. Что бы без нее делал? Внимание! К вам приближается противник. Ух ты, мать твою!
той стороны, честно, я не ожидал. Слишком дофига бронированный, что ли, родной? Высовывайся, пожалуйста. Давай. Показывай голову, ну. Ублюдок, вот сидит там, теперь засел. Что же там засел-то, а? Ублюдочный. Ладно, как хочешь. Слушайте, это ведь ваши люди там в лифте, или нет? Люди в лифте? В каком лифте? У нас там больше никого нет. Лифт, лифт, лифт. Значит, вижу. Спокойствие, так спокойствие, живы будем, не помрем. Пошел нахер. Эпичный босс, конечно, но благо. Насколько он эпичен, настолько он и туп. Главное срубить его броню, остальное все не важно. Не туда кинул немножко, хотя нормально. В область поражения он все еще вошел. Так, все, я думаю, что время, ну, конечно же, перезарядить и поставить теперь уже ямочку, потому что теперь, ну, точнее, не ямочку, а винтовку, скажем так, потому что прицел у него, точнее, броня у него сбита. Вся. Выглядел, конечно, он сурово. Срань господня. Так, все готово. Система работает. Лампочки горят зеленым, и электричества теперь хватит на целый Вегас. Я тут все запру, чтобы никто сюда не залез и не поднасрал нам. Помогать тут уже не с чем, так что поднимайся. Я сам выйду, когда закончу. Ну, собственно, и все. Я понял, сейчас поднимусь, подожди, у меня какая используется сейчас в данный момент рукоятка? А, вертикальная, оптимальная дальность плюс 5. Может дать точность 2.0, но у меня точность и так неплохая, вот дальность страдает, поэтому, в принципе, наверное, не имеет смысла. А вот здесь тогда что у нас стоит? Здесь у нас стоит рукоятка оптимальная дальность, ну, подожди, нет, оптимальная стабильность у нас стоит здесь красная, плюс 1%. Можем дать 2% точности еще, но с напаной так точна, поэтому тоже, наверное... Смысла в этом немного. Нет, ладно, оставим как есть. Так, и что там второе было? Какая-то пушка, что ли, получается? Так, да? Да, пушка, классический РПК. Фигня. На продажу. У меня шмоты реально уже лучше, чем они продают. Точнее, выдают после босса. Это даже как-то немножко обидно, наверное. Что шмот реально интереснее, чем... Падает с босса. Я таскаю с собой. Но в целом, не важно. Важно то, что мы завалили и выполнили еще одну миссию. А сейчас у нас будет работать технический блок, получается, соответственно. Потому что это тот самый техник, которого нам не хватало. Достижение получено. Инженер. Агент, электроснабжение стабилизировалось. Благодаря тебе мы снова можем работать. Ротс уже возвращается, сопровождать его не надо. Увидимся на базе. Окей. Слава богу, что не надо сопровождать нас, им это очень хорошо. Достигнут уровень 8. Прекрасно. Давайте быстренько сканернем, что тут вообще имеется поблизости. Вот там что-то есть. Только что что-то было нарисовано, нет? Это голубь было нарисовано, что ли, мать твою? Ладно, там пару угроз. Не, в принципе, короче, ничего интересного. Хотя вот какой-то ящик, да. Да, но с другой стороны, ты хрен пройдешь, наверное, к нему.
Да, не имеет смысла тогда. Ладно, фиг с ним. Что тогда, на базу возвращаться? Я думаю, что пока что смысла маловато, хотя можно, по идее, конечно, было бы вернуться и прокачать там, соответственно. Соответственно, прокачать там этот самый, как его, технический лог, посмотреть, что дает он, какие улучшения и так далее. Давайте, наверное, пройдемся немножко по инцидентам. Начнем, даже не знаю, с этого, наверное. Он тут прямой, в обратную сторону. Внимание! Сообщение на волне ОТГ! Мы под обстрелом! Из малого калибра! Это мародеры! Ох, мать, да! Бойцам ОТГ! Прием! Вижу, это мародеры. Поиск источника сигнала. Анализ завершен. Передаю координаты. Что за уроды стреляют? В какой стороне? Чёртовы вонючие мародеры. Ненавижу, мать вашу, вас. Суки, умрите. Отлично. Все? Нет, еще должен быть тут остаться, по-любому был, нет? Мне кажется, все. Ладно. Это кто? Это нормальный? Да, это нормальный свой. А что ты там тусуешь это? Родной, все кончено, все в порядке, не переживай. Без вашей помощи мы бы погибли. Надеюсь, теперь они дважды подумают, прежде чем нападать на патруль ОТГ. Внимание, к вам приближается противник. Видимо, все-таки не дважды. Чувак, сзади он. Противник-то. Понимаешь, в чем дело, нет? Снова они убили Алекса. Господи, боже мой. Вот скоты. Цель под контролем. Враг полностью нейтрализован. Инцидент завершен. Великолепная работа. Давай сюда быстренько залутаемся. Ничего не забудем, все возьмем. Защитные перчатки убогие. Армейский М9. Слушайте, у нас там, по-моему, уже парочка крутых пистолетов только что взялась. Откуда ни возьмись, это очень здорово. Сканим. Там немножко лута есть. Значит, нам туда дорога. Здесь же где-то показал вроде, да? Да нет. Фигня. Ладно, неважно. Давайте пока... А, стоп. Где-то сзади, что ли, получается? Не, недалеко. Я вообще не знаю, куда я ползу, зачем я туда ползу. Ну, просто интересно подняться, посмотреть. Блин, реально прикольно. Просто очень круто город сделан. И прям вот так вот и хочется куда-нибудь все время забираться, что-нибудь смотреть, шариться, искать и так далее. Это же реально кайф. Только подожди, здесь реально просто окно и все. То есть тупо дверь не открыть, тупо ничего не обыскать, просто окно и все. Любопытно. Значит, можно выше подняться, да? Или нет? Нет, выше не поднимешься. Фигня какая-то. Ладно. Неважно. Здесь окна, к сожалению, заперты. Ладно, спускаемся. Давайте заценим стволы. Мы же наверняка давно это хотели посмотреть, так же, как и я. Кто там? Подожди, стоп. Мирная. Так, предметы в инвентаре новые. Давайте смотреть стволы. Да, смотри-ка, у нас прям даже два ствола, оба хороши. 273, 249 урон. Но этого хуже точность и стабильность. Вот этот более точный, более стабильный. Но, в принципе, я не знаю, как бы зачем.
точность, плевать на нее, по идее, наверное, с пистолета-то и так можно повышибать. А то урон у нее хорош. Сколько урона у него? 238. Да, по-любому одеваем такой тогда. Проверим. Нормально пойдет. Хорошо, что дальше по миссиям тогда давайте смотреть. Что мы здесь имеем? У нас впереди есть электронные компоненты. Нам, в принципе, наверное, неплохо было бы их взять. Давайте тогда поставим на них метку. Пойдем проверим новый ствол в деле. В случае, если понадобится. Да, это Рик. Алло? Кто это? Ну как, тебе нравится? Что за бред? Чтоб тебе названивали в 4 утра, а? Такой бред. Ну, это он и пистолет, в принципе, все понятно с ним. Ну, нормально, нормально, для пистолета вполне. Ну, тут скорострельность хорошая. Ладно, пойдет. Ну что ж, компонент электронный, я понимаю, вот тут. Да? Да, электроника. Жаль таки опять, что зеленая. Хотя бы не синяя. О, синяя электроника, отлично. И зеленые еще парочки. Тут еще есть ящик. Еще две зеленые. На этом все. С этой стороны ящика уже нету, да, к сожалению. Ладно, спасибо и на этом. Удачи вам там. Спасибо и вам не хворать. Так, ну что, поехали к следующему, наверное, инциденту, да? Или куда мы поедем? Давайте посмотрим. Вот тут, наверное, инцидент какой-то есть интересный. Спасение заложников. Я не удивлюсь, если академия уже... Давайте посмотрим тогда здесь у нас что. Интересного. Ну, что-то еще посвечено. Разрывная пуля посадная. Любопытно. Это как лотерея, но выиграть... Сейчас! Даже особо встать не успели. Так, пушек у нас этим временем копится примерно уже потихонечку дофига, или скоро надо будет идти их и впаривать. Стрелка была 20 минут назад. Че так долго? Прости, возникли проблемы, пришлось дать крюк. Но че, принес? Ничего не принес. Их было слишком много, пришлось все бросить, а то бы... Ничего? Ты что думаешь, у нас тут богаделя? Мы своими жопами рискуем, а ты хочешь со всем готовеньким выехать? Нет, нет, ну прости. Хватит тупить, или мы тебя просто пошли... Внимание, обнаружен противник. Бабки есть? А? Солдаты, а это что за часть? Психи какие-то. Настал мой час. Вы огребете! Так, спокойно, спокойно, пацаны. Патронов должно хватить на всех. Все будет хорошо. Ну, последний там где-то занял. С толпой, это вообще-то один, это вы толпой нападаете. Сам сюда иди, ублюдок. Все. Изи-бризи. Магнум. Блин, пистолетов прям немерено падать начало. Прям просто немерено. А смотрите, сектор, найти ключ. Ну, ключ я уже, допустим, вижу. А вот сектор сканировать на предмет чего-нибудь полезного явно не мешает. Тут явно будет аптечка. Да, аптечка у нас их максимум. Ну, а здесь явно будет ключ. Так, а заперты они где? Ага, понял. Вот тут. Хорошо, вскрываем тогда. Люди спасены. Люди спасены.
прикольно говорить каждый раз, мне так нравится. Спасаны люди. Классический РПК-74. Дофига калашей, уже просто немерено, блин. Надо реально идти продаваться, наверное, потихонечку, я думаю, что... Спасибо тебе. Не за что. Не за что, родной. Если что, обращайся. Так, ладненько. Давайте быстренько карту. Что еще интересного у нас есть? Ну, в принципе, что тут? Еще пара инцидентов, наверное, да? Зараженная зона, инцидент. Да, наверное, погнали тогда дальше. По инцидентам по чуть-чуть. Бегите, мальчишки, девчонки, спасайте свои никчемные жизни. Ну, кстати, что здесь у нас такое? Давай посмотрим. Тук-тук, есть дома кто? Очередной батончик, видимо. А здесь что будет? Консерва, хорошо. Консерва в хозяйстве нам явно пригодится. Так, ну по идее тут все залутали, дальше смотрим. Следующая квартирка. Джинсы кобальтовые. Возьмем. Тужурка бежевая. В количестве одна штука. Тоже максимум чего-то там. И, в принципе, нормалек. Хорошо, давайте проверим тогда джинсы кобальтовые, тужурку бежевую. Уж больно любопытно. И что у нас там, какие-то перчатки еще появились? Ну, нафиг они нужны. Так, здесь стволы отметим по-быстрому. До хрена РПКшек, просто до хрена. Кстати, магнум, смотри-ка, урон. 423, собственно, о чем я и говорил, что вот он реально будет вышипать мозги только так. Так, я этого гейм не проверил уже нифига, этот самый. Ни тужурку, ни джинсы. Внешний вид, штаны. Кстати, штанов очень мало. Бежевые, кобальтовые, ярко-синие. В чем прикол, в чем отличие между этим и этим? Потемнее. Давайте потемнее оденем. Поновее. Дальше тужурка бежевая. Либо куртка стеганая. А посмотрим еще тужурка бежевая, как выглядит. Нет. Моя оливковая явно круче. Даже просто привычнее, даже я сказал так. Ладно, смотрим дальше. Не войти. И сюда не войти, сюда можно. Ну да, посмотрим, тогда тут дверь закрыта. Спальня пусто. Ну, здесь пока не видно никакой разрухи. Хотя нет, почему пусто? Вот какая-то сумочка лежит. Светошумовая граната в сумочке, неплохо. Плюс одна консерва. В толчке что у нас? Ничего здесь. Реально хата, по крайней мере, не особо разграблена. Выглядит почти нетронутой. Отлично, еще один ствол. Скоро уже рюкзак заполнится. Банка лимонада. Ну и по идее на этом все. Ну что же, неплохо. Зашли вполне себе удачно. Так, сюда нас не пустят. А здесь нам делать нечего. Ну что же, неплохой такой дом. В принципе, залутали нормально. Можно потихонечку, наверное, спускаться. На всякий случай руки винтовку и, в принципе, ишь не зря. Сообщение на волне ОТГ. Мы под обстрелом. Из малого калибра. Это мародеры. Всем бойцам ОТГ. Прием. Мне вообще уже не больно от них. Внимание, к вам
Приближается противник. Приближается противник. На Азимут, мать твою, дай. Ага, вижу. Так, минус два. Я пошел лутать, пацаны. Прикройся. Сам, сука, сдохни. Цель под контролем. Враг полностью нейтрализован. Фу, хорошо. Так, еще пообщаться с тобой надо или не надо? Спасибо, это было очень вовремя. Надеюсь, теперь они дважды подумают, прежде чем нападать на патруль ОТГ. Я тоже на это надеюсь, пацаны. После таких слов пошла еще противники побежали. В этот раз нету? В этот раз вроде нету. Хорошо. Смотрим на карту далее. У нас дальше что-то еще было, какой-то рядом инцидент. Вот, исследование вируса. Соберите и передайте данные о вирусе. Нихера мне предлагает так и войти жестко. А зачем? Человек в беде, кстати. Водичку дадим? Дадим. Как мне с тобой повезло. Да, ничего не надо. И что, обращайся. Ты мне вот за это что-то дал? Уже хорошо. Да, посмотрим, что... Броня нет, противогаз. Да, смотри-ка, противогаз дал, который, по идее, точно такой же, как мой, абсолютно. Только дает этот плюс 17, а медицина это плюс 20. Почему? Вроде все остальное одинаково. Потому что на уровень 8, а не на 6. Понял? Не дурак. Дурак бы не понял. Шикарно. Так, ладненько. Теперь мне предлагает обойти просто в жесткий обход. А почему нельзя пройти как-то... по-другому, интересно. Ладно. Ну, видимо, нельзя. Тут у нас зараженная зона, все дела. Обход прямо какой-то лютый нужно делать. Ну, пойдем и сделаем, что, какие проблемы. Пацаны, вы-то туда откуда беретесь? Вообще непонятно. Нихера гранаты кидает. Вот дебилушка. Зачем, спрашивается, это делать? Ну, впрочем, гренку мне одну подарил. Ой, простите, простите. Да, тут же граната была только что скинута. Просто хочу забрать лут с него. Ну, так-то, блин. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Серьезно? Неужели? Прямо не верится, боже мой. Ладненько. Исследование вируса, значит, говоришь, да? Вижу врагов. Так, ну эти пацаны мне не помеха. Да и эти, в принципе, тоже нет. Хотя нифига, он желтый. Так, то есть и что? Я понял. Кошки-мышки начинают с трапа, потому что он желтый, значит, он реально сильный очень. Ну его нахрен трап в таком случае. Лучше, блин, посидеть. Хильнемся. Так, на броню-ка я ему снял, конечно. В принципе, уже хорошо. Готов, родной. Одна аптечка, в принципе, ладно. Ничего страшного. Так, и того, что мы тут имеем. PX4 Шторм тип F и коллиматор Pro коричневый. Охренительно. Вот это уже интересно, реально интересно. Так, давай начнем с коллиматора. Посмотрим. Коллиматор Pro. 10% урон от выстрела в голову. 1% шанс критического попадания. Этот явно лучше. Хорошо.
Так, и, соответственно, ствол. P4 Шторм тип F. Чуть-чуть получше, буквально на писечку, но тем не менее, урон в секунду. Я вообще, в принципе, урон, видите, 275, вот это 273, в остальном вообще одинаковые. Ну ладно, возьмем, конечно же. Прекрасно. Продолжаем исследование вируса, или что мы там занимаемся, чем? Хотя так-то по-хорошему нам уже пора, наверное, серию заканчивать, друзья. Да, так оно, к сожалению, есть. Ну что же. В таком случае, надеюсь, что вам понравилось. Оставайтесь на канале, подписывайтесь на него, ставьте большие пальчики вверх и не забывайте про комментарии. Мы уже реально вполне себе неплохо прокачались и готовы даже, может быть, пойти в темную зону в следующей серии. Не знаю, посмотрим. В любом случае, как бы то ни было, спасибо вам за просмотр, ставьте лайки и не забывайте про комментарии. Для вас играл и комментировал Валда, это была игра Tom Clancy's The Division на Epic Type. До новых встреч. Пока-пока.